Друзья, всем привет! С вами снова Валентин. Сегодня решил записать одно коротенькое видео, поделиться с вами хорошей новостью своей покупкой. А именно, вот такое вот чудо открывалкой. Очень много времени пользовался всегда, ну, обычными такими вот старыми открывалками, но они со временем тупятся и очень плохо открывают банку, просто ее рвут. Похоже, были открывалки, причем покупал их недешево, но все они как-то работали никак. Вот этой открывалочкой один раз открыл и даже удивился, поэтому хочу вам прорекламировать и показать, как она открывает. Я, честно говоря, сам до конца не понял, как она это делает. Вам сейчас покажу. Просто вот так вот, чтобы было видно. Вы одеваете на банку. И вот так вот крутите. Первый раз, когда я открывал консерву, я вот так прокрутил ее по кругу, но подумал, что надо сделать это несколько раз. Оказалось, достаточно одного витка. Так вот чудно она открывает консервы. Если близко посмотреть, никаких нету зубцов ни на крышке, ни на самой банке. Если вдруг вы не хотите пересыпать с консервы тот или иной продукт, вы можете просто вот так вот ее закрыть. И со стороны может показаться, что банка даже не открыта. Вот, чем я хотел с вами поделиться. Всего доброго, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Был с вами Валентин. Всего доброго, пока.